У мене Григоровичу, хочу почати нашу сьогоднішню розмову, поза як ми аналізуємо і день сьогоднішній, і тиждень в цілому, із заяви речника оперативно-тактичного угруповання військ Харків Віталія Саранцева. Він говорить про те, що росіяни мінують греблі у Білгородській області. І дослівну цитату Саранцева зараз наведу. Можна це розцінити як закладку на майбутнє, якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб гальмувати просування сил оборони України. А можна припустити і те, що Росія готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб в подальшому звинуватити Україну у екологічних та гуманітарних наслідках. Кінець цитати. Сьогодні є, до речі, заява губернатора Білгородської області, який не виключає повторення в цьому регіоні курського сценарію. Як ви прокоментуєте, по-перше, дії ворога у Білгородській області, а по-друге, чи можливий там курський сценарій, адже насамперед це питання ресурсів? Воєнна логіка однозначно є в мініруванні дамб при движенні противника, особенно на танкоопасных направлениях, включаются все механизмы для его остановки, включая и подрывы гидротехнических сооружений. Это война, и здесь надо понимать, что логика действия, она военная, здесь не экологическая, а именно военная. Потому с этой точки зрения россияне логично действуют, понимая, что наши войска в ближайшем будущем будут разворачивать фронт полностью на север. Ну, по крайней мере, сейчас уже сломана архитектура фронта, которая была раньше южная, так называемая. А сейчас создается новая архитектура, в том числе северного фронта, в направлении в крайне пуганных идиотов на Москву. Имеется в виду направление на Москву. Естественно, северный фронт будет включать в себя часть Брянской области и часть Белгородской области. Потому, исходя из возможностей такого рода действий наших войск, как минимум, российские штабы готовятся противодействовать. Наступать они уже вряд ли будут со стороны там, Курского направления, Брянского или Белгородского. В ближайшее время им не хватает сил, средств для Восточного фронта, для Южного фронта. А вот обороняться они будут пытаться, в том числе подрывая дамбы. Еще раз повторюсь, логика в этом есть. И, в принципе, губернатор Белгородчины российский прав. То есть может быть, естественно, повторение сценария. Я больше скажу, оно будет. Так как сама архитектура фронта это требует. Северный фронт, он должен быть где-то от Беларуси и до Оскола. То есть от Оскола и на юг он уже и так уже создан за 11 лет, за 11-й год бойових действий. Роман Григорович, стосовно Курської області, ресурс РБК з посиланням на свої джерела пише про те, що Росія тримає у Курській області 37 тисяч військових і хоче до 15 жовтня витіснити із Курської області Збройні Сили України. Хочуть зібрати росіяни для контрнаступу угруповання у співвідношенні 5 до 1. І зараз, ймовірно, чому вони не ведуть такі активні дії, ця пропорція ще не досягнута. В принципі, реалістично зібрати війська у такому співвідношенні? І якщо так, то з кого вони формуватимуть ось ці додаткові бойові бригади? Я більше скажу, це може бути наша задача. Тобто росіяни зараз виконують нашу задачу. Мы по Курскому направлению выполняем так называемые сковывающие операции. Это основная задача там. То есть сковать большое количество сил, средств на этом направлении, оттянув их с Восточного фронта, что в принципе и происходит. Те несколько десятков тысяч российских войск, которые сейчас находятся на Курщине, если бы они на данный момент присутствовали под Покровском, поверьте, они бы уже были в Покровске. А так, получается, Курская операция, во-первых, создала возможность удержать россиян на Донецком фронте, спасла Покровск от полного разрушения, ну, по крайней мере, на данный момент. А дальше, если у них такая задача стоит, так они практически по нашему плану действуют. Это как раз и есть наша задача. Связать там большее количество войск. Оптимальный вариант – догнать их где-то до сотни тысяч. Там группировка, она примерно и нужна, там под 100 километров удерживать около сотни тысяч. Вот одна из основных задач, оптимально, конечно, это все выполнить вдоль реки Сейм. Ну, то есть выстроить их вдоль реки Сейм и дальше
удерживать уже линию боевого соприкосновения вдоль этой реки. Но это оптимальный вариант, это еще одна задача наша, может быть, она как раз и будет выполнена. Россияне могут такого рода группировку создать, а если ее увеличат, допустим, не 1:5, а 1:10, так они вообще выдавят наши войска за пределы Курской области, и мы будем отходить, и это тоже будет в плане, это значит еще больше войск будет собрано. Для нас Курская операция – беспроигрышный вариант. А россияне в Цунцванге находятся. Любой ход для них, любое принятие решений и для них идет во вред на каком-то из участков фронта. Потому посмотрим на их действия. Соотношение сил 1:5, ну, на том участке фронта маловато. А почему? Потому что мы же прикрываемся Сеймом. Мы доходим сейчас до Сейма, будем прикрываться Сеймом, сейчас занимаем высоты там. И Суджа, она в низине находится, но там, где мы находимся сейчас, за Суджей, в сторону Курска, это как раз уже высоты. То есть выбить нас оттуда будет очень сложно. Это не 1:5, еще раз повторюсь, 1:10 им надо собирать. А это значит выполнят нашу задачу. 1100 им придется там удерживать. А россияне, это значит 1030-50, они снимут с Восточного фронта еще дополнительно. Тобто є припущення, що все ж таки частину сил вони з Покровська туди будуть перетягувати? З Покровська ні. Имеется в виду из-под Покровска, с Восточного фронта, то есть имеется в виду с тылов, с Донецка, с Горловки, из-под Часовьяра, из-под Курахова, того же Угледара, то есть с этого общего Восточного фронта, а им просто брать их больше нет. Потому однозначно будут снимать. Роман Григорович, видання The Guardian називає битву за Покровськ кульмінацією військової кампанії Москви цього року. І пише про те, що якщо росіяни місто захоплять, вони опиняться в кількох кілометрах від кордону Дніпропетровської області і можуть відрізати постачання Збройних сил України до міст на півночі Донеччини. Проте, от, власне, з посиланням на свої джерела Guardian пише, що Збройні сили розраховують місто утримати і вже сповільнили просування противника. Враховуючи динаміку розвитку подій на фронті, чи доречно зараз вибудовувати, в принципі, буде якісь прогнози щодо того, як ситуація буде розгортатися під Покровськом? Ну, города, которые на севере Донецкой области, они питаются не только с Покровска. Там есть еще несколько веток, особенно с севера, с Изюма, это же правый берег Северского Донца. То есть это Харьковская область, она подпитывает Донецкую область с севера как раз на Славянск, на Краматорск, на Дружковку, Часовьяр и Константиновка. Это направление, оно подпитывается с Харьковской области, и потому абсолютно никак не будет никакого давления на логистические цепочки именно севера Донецкой области. Это плохо, они просто карту смотрели, может, просто не знают некоторых моментов. Но они все на карте прописаны, посмотрите на трассы, даже если смотреть вдоль трассы, там помимо трассы хватает, как питать области. Тем более, даже если россияне дойдут до Покровска или там обрежут некоторые логистические цепочки под Покровском, по северу через Доброполье неплохо снабжается и может снабжаться еще дополнительно, имеется в виду, параллельно Покровску, это севернее, несколько десятков километров, это совсем абсолютно не проблема. Не в этом проблема потери Покровска. Проблема потери Покровска, она только возможна в единственном случае, если россиянам удастся выдавить наши войска с Курахова и с Угледара. Только тогда после этого они могут претендовать на Покровск, на его контроль и на попытку его срыть с лица земли. Ну, то есть по-другому они же ничего не возьмут. Это большая агломерация, 100 тысяч человек жило там. То есть это довольно-таки серьезный укрепрайон на данный момент, большое количество промпредприятий, и сходу его взять нельзя, а вот окружить, особенно с юга, но с юга зайти на Покровск можно только после того, как взять под контроль Селидово, Курахово, тот же Угледар, а вот это будет большая потеря для нас. Не Покровск, а проблема как раз в потере этого плацдарма, после потери которого у россиян, ну, будет возможность расширить сухопутный коридор и снять контроль, уже наш контроль над Волноварским железнодорожным узлом. Угледарская группировка наша контролирует Волноваху. Это до 30 километров до Волновахи, а именно через нее идут основные пути железнодорожного снабжения
между Ростовом и Мелитополем. То есть это вообще сухопутный железнодорожный коридор. Поэтому вот это будет намного больше проблема, чем, допустим, контроль Покровска как такового. Но не в этом году. Если исходя из тех усилий, которые мы прилагаем, исходя из тех возможностей, которые есть у россиян, ну, точно не в этом году. А в следующем году им уже следить, наверное, ничего уже не будет. Романе Григоровичу, безумовно, однією з важливих таких актуальних новин цього тижня це був удар по складу, великому складу російських боєприпасів у Тверській області. Видання «Ле Монд» пише про те, що Україна знищила цей склад за допомогою нових снарядів. І посилаючись на свої джерела, військові у Києві, говорить про те, що понад 100 безпілотників брали участь у цій операції. Так само цього тижня на ряді прокремлівських, зокрема телеграм-каналів, з'являлися повідомлення про те, що цей удар міг бути нанесений ракетою «Паляниця», новою українською ракетою, про яку, до речі, і про випробування якої, до речі, говорив президент Володимир Зеленський. Видання Defense Express говорить про те, що це могла бути модернізована версія ракети «Нептун». В своїх зведеннях, коли це сталося, російське міністерство оборони взагалі нічого не говорило про атаку дронів на Тверську область, про якісь там відбиття цих дронів. Це опосередковано говорить про те, що ну серйозні наслідки для російської оборонки цей удар мав. З тієї інформації, яка наявна, от ваша оцінка, наскільки сильного удару завдано ворогу? Ну, 107-й центр рядом з Тарапцом, він доволі-таки був один із самих больших складів російських. Там, по різним оцінкам, могло знаходитися до 30 тисяч тонн боєприпасів різного рівня, різного калібру і різної номенклатури, починаючи от снарядов авіаційних бомб, закінчуючи ракетами, і северокорейськими, і іранськими, і балістичними, російськими, іскандерами, кинджалами. Тобто потеря для росіян дуже велика, це однозначно. Вопрос нанесення удара могла бути комбінірована атака, скоріше всього, із безпілотниками в тому числі, хоча підземні бункери, звісно, вскрити можна тільки противобункерними бойовими частями. А это, наверное, даже не Паляниця. Вот если бы это был гром, я бы, конечно, поверил. То есть баллистическая ракета с боевой частью 500 килограмм, тандемная, допустим, она могла вскрыть бункера, находящиеся на определенной глубине, и пробетонированные, и подорвать находящиеся уже там, то есть вторичной детонации, находящиеся там боеприпасы. Вот баллистическая ракета, да, а вопросы, допустим, в Паляныце я пока не уверен. Возможность, конечно, ее использования есть, теоретическая возможность подрыва сначала наземных складов и с вторичной детонацией подземных, в принципе, тоже есть, но исходя из действий как таковых и вообще определенной истории уничтожение такого рода складов. Такие склады уничтожаются бетонобойными и противобункерными ракетами, а это в основном, еще раз повторюсь, в основном баллистические ракеты. Потому если на кого-то грешить, конечно, в кавычках, пусть почаще это делается, то, скорее всего, это на гром. Вот баллистическая ракета, она у нас производилась, мы можем ее производить, и они же, в принципе, говорили, когда презентували ту же Паляницю, то есть еще одна ракета баллистическая, вот это могла быть одна. Романе Григоровичу, ось цей удар, наскільки може відтермінувати і зменшити чергові масовані атаки, які ворог може здійснювати по території нашої країни? Адже от за даними Forbes, українського видання Forbes, наводить він такі цифри, що за місяць від 42 до 56 балістичних ракет Росія виготовляє 115 крилатих далекобійних і понад 500 шахедів. Таких складів у росіян більше десятка, такого рівня. Більше десятка, і часть із них використовується в якості і транзитних, в тому числі, особливо наземні частини в обвалуваннях, як і було на цьому складі. Чому вони, в принципі, здетонірували? Транзитный склад – это разгрузка, погрузка, перегрузка, по крайней мере, на определенное время, короткое время, а не закладывание в подземелье достаточное количество боеприпасов, то есть больше ВНЗ, так называемый, неприкосновенный запас.
И этих складов еще больше десятка, это как минимум, на них также расположены примерно такого же уровня номенклатура боеприпасов, потому уничтожение одного склада, ну, честно сказать, никак не скажется на выполнении задач российскими самолетами, пусковых установок ракет. То есть это, если бы это было продолжение, то есть какая-то мультипликация таких действий, тогда бы, конечно, сказать, процентов 30-50, если было бы уничтожено, вот это бы сказалось где-то на 30-50%. А мы уничтожили, ну, даже не десяток, даже не 10%, намного меньше. То есть, по большому счету, можно надеяться на мультипликацию, на увеличение и географии в том числе такого рода действий. А россияне однозначно готовятся в ближайшее время нанести ракетную атаку. Эта ракетная атака, вот она технически уже возможна. То есть после последней ракетной атаки, массированной 26 августа, прошло уже практически месяц, примерно месяц, 3-4 недели надо россиянам, чтобы подготовить атаку больше 100 ракет. То есть в ближайшее время, я так думаю, что ну, это такие аналитические выкладки больше, что во время поездки нашей делегации в Америку, для того, чтобы перекрыть положительный определенный информационный поток от этой поездки, россияне могут нанести массированную атаку. Причем с большим количеством дыма. У них первая задача будет показать в информационном, то есть в потоке информационном как раз вот такие кадры, эпические какие-то. Потому надо быть предельно аккуратным где-то, от 22 по 25 число сентября предельно аккуратным и реагировать, конечно, на 100% на воздушные атаки. А вот для того, чтобы вывести, допустим, уменьшить возможность россиян наносить эти атаки, уничтожать надо носители, то есть носители ракет и пусковые установки. А для этого нам надо разрешение на работу дальними средствами поражения с стран НАТО. Storm Shadow, Скалпы, Атакамсы, Даст Бог и Джазмы, если будут для F-16. То есть это нужно. Вот тогда мы доберемся до носителей.